муфтий России Талгат Таджудинов, он благословляет мусульман на эту войну. Что вы на это скажете? Пусть они обратятся к нам, мусульманам Украины, официальными письмами, даже без официального, но с нами свяжутся и спросят, это реально? У вас есть фашисты или вы, о, наши братья-мусульмане Украины, как вы жили раньше, вас притесняют? Прежде чем давать такие фатвы, но никто этого не сделал. А слушая пропаганду, подключаться к ней и с мимбара в мечети призывать людей к этим преступлениям, это мерзко. Пророк, саллям, в хадисе говорит, указывающий на добро подобен тому, который совершает добро. И указывающий на зло, он подобен такому же. Имаму или муфтию не подобает это делать. Ведь на его совести смерть этих людей, которые погибают здесь. Сколько мечетей разрушено, сколько домов разрушено на войну с фашизмом. Какой фашизм? Я бы призвал его побояться Аллаха, забрать свои слова обратно и побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. А не наоборот, призывать к порицаемому, ведь это величайший грех. Здесь гибнут